Ко-ко-ко! Вас приветствует Никита Никитенко. И давайте сегодня поговорим о 26 самых интересных скульптур и статуй со всего мира. И первое место занимает мустанги Роберта Глесса. Эта статуя находится в Техасе, Соединенные Штаты Америка. Второе место серебряное занимает экспансия Пейджа Брэдли, находящаяся все там же, в Америке, но в Нью-Йорке. Третье место открывает памятник прохожие из Польши Вроцлав. Лосось находится в Портленде, Орегон, США. Пятое место открывает купающиеся мальчики в Сингапуре. Обувь на набережной Дуная находится в Будапеште, Венгрия. Скрученный пистолет находится в Нью-Йорке, США. Свобода в Америке. Десятое место. Лес Варг. Не знаю, как по-правильному это сказать, но, в общем, этот памятник находится в Париже, Марселе. Вот его полное название. Как он правильно называется? В общем, поехали дальше. Нельсон Мандела находится в ЮАРе. Де Вард Капонен находится в Брюсселе, Бельгия. Вот его еще раз полное название. Новый мне незнакомый памятник или скульптура. На 13 месте расположился перегон Скотта, находящийся в Техасе. Все там же Соединенные Штаты Америки. Паук, находящийся в Лондоне, Великобритании, на 14 месте. Бегемоты, находящиеся в Тайване, занимают 15 место моего топа. Тонущее здание возле государственной библиотеки. Находится этот памятник в Австралии. Игуана парк находится в Амстердаме, Нидерланды. Человек на работе, находящийся в Братиславе, Словакия. Михай Еминуэску находится в Румынии, этот памятник. Война Эджабад, Турция. Подвешенный Зигмунд, необычный памятник Фрейду, находящийся в Праге. Келпис находится в Великобритании. Четыре свиньи, находящиеся в Адиалиде. Заботливая рука, находящаяся в Швейцарии. Неизвестные, находящиеся в Исландии. Акула, находящаяся в Великобритании. Я буду счастлив до небес, ведь если ты поставишь лайк, подпишешься и не забудь ты про коммент. Надеюсь, вы все поняли. До новых встреч!